Несмотря на то, что компания Alcatel занимает 6-е место в мире по производству телефонов, на украинском рынке она появилась совсем недавно и делает на нем свои первые шаги. У них просто широчайшая линейка смартфонов, в основном в ценовом сегменте до 150 евро. Не сказать, что они прям очень сильно выделяются на общем фоне, но есть парочку интересных моделей, на которые мы сейчас посмотрим. В буквальном смысле самой яркой новинкой можно назвать Popstar, который, несмотря на свои достаточно стандартные характеристики, выделяется яркими сменными крышечками и механической кнопкой на передней панели. Под стандартными характеристиками я подразумеваю типичные для бюджетника из 2015 года. 5-дюймовый HD-экран, 4-ядерный MTK6580, 8 гигов встроенной и 1 гиг оперативной памяти и батарея на 2000 мАч. Немного, впрочем, учитывая экономичную платформу и не самое высокое разрешение, скорее всего, жить смартфон будет нормально. Основная камера на 8 мегапикселей и вряд ли будет чем-то примечательно, а вот 5-мегапиксельное селфи – это хорошо. Чувствует Alcatel One Touch свою аудиторию. Спереди дизайн стандартный, разве что у Манюня кнопка Home выделяет Star из череды обычных смартфонов за 100 евро. А вот сзади, как я уже говорила, настоящий карнавал. Производитель предлагает просто неисчислимое количество разнообразных крышек. Приятный и симпатичный телефончик в тонком корпусе для стильных школьников и школьниц. Смартфоны для молодых и активных, к сожалению, немного подзабытый жанр, но компания Alcatel решила вспомнить про этот сегмент и выпустила защищенную бюджетную новинку GoPlay. И пусть тут всего лишь Snapdragon 410, 1 гигабайт ОЗУ и 8 гигов встроенной памяти, этого вполне достаточно для нормальной работы с HD-разрешением. А батарейки на 2500 мАч при таком железе должно хватать на довольно долго. Камеры такие же, как и в старе, на 8 и на 5 мегапикселей. GoPlay не только защищен по стандарту IP68, как и другие смартфоны на рынке, но и также благодаря такому прорезиненному корпусу может выдержать падение с небольшой высоты. GoPlay на данный момент практически не имеет аналогов. Все дело в том, что компактных и недорогих защищенных смартфонов на рынке сейчас просто нет. Или огромные китайские железные гробы с рацией, или дорогие Xperia. Цветовых вариаций 5 штук. И для мальчиков, и для девочек. В общем, при хорошей цене это может быть именно та модель, которая сможет популяризировать бренд Alcatel One Touch в нашей стране. Также с этим смартфоном был анонсирован специальный чехол, с которым можно использовать все крепления от GoPro. Как он выглядит и как это работает, я не знаю, но прикольно. Интересный телефончик не только для активных, но и для не самых аккуратных людей. В Европе они будут продвигать его со слоганом «So fucking do it». С каким слоганом они зайдут на наш рынок, пока неизвестно, но самые остроумные могут поупражняться в комментариях. Вместе с активным смартфоном Alcatel представили и его активного компаньончика. Вот такие вот часики Go Watch, которые внешне напоминают Casio G-Shock. Ну, такой G-Shock для подросткового возраста. Все-таки не хватает тут разнообразных мелких деталек, которыми так славятся японские часы, и благодаря которым они снова стали остро модными. Тут же все довольно просто, как внешне, так и по материалам. Часы водозащитные, по стандарту IP67. Заниматься дайвингом в них явно не стоит. Ремешок, кстати, такой же расцветки и узора, как и спинки смартфона GoPlay, скрывает в себе USB разъем для зарядки. TFT-дисплей на 1,22 дюйма с разрешением всего 240 на 240 точек. Впрочем, при такой диагонали это PPI 278. Alcatel One Touch был первым производителем, который представил часы с цветным экраном, поддерживающие как iOS, так и Android. Получилось у них это благодаря собственной OS, которая, правда, поддерживает лишь базовую функциональность. Уведомления, управление музыкой, отслеживание пульса, удаленный видоискатель для камеры и пульт ДУ. Мощное железо для такого не надо, поэтому аккумулятора в 225 мАч может хватать до 5 дней. При нажатии кнопки Go часы активируют все свои датчики и якобы выдают оценку вашего эмоционального состояния и небольшой советик. При цене чуть больше 100 евро отличная модель, не жалко взять с собой куда-нибудь в поход, в лес, на рыбалку. Это была Наташа со стенда Alcatel. Подписывайтесь, ставьте лайки.